Это произошло. Однажды утром я проснулась от новости о том, что арестован мой друг Сервер Мустафаев. Сердце, ядро и во многом двигатель Крымской солидарности, организации, которая занимается поддержкой всей юридической, поддержкой информационной по притеснениям крымских татар в Крыму. Он вел стримы с каждых судов, он организовывал ивенты на каждый суд по любому крымскому татарину. И сейчас его причислили к бесчисарайской ячейке, так называемой. И подозрение в том, что ему могут пришить организацию террористической ячейки, экстремистской ячейки, а это грозит ему до 20 лет лишения свободы. И это действительно преследование не просто по национальному признаку, что само по себе уже катастрофа. Это преследование активиста, это преследование человека, который занимается политической деятельностью и не боится высказывать свое мнение. Уже 4 года люди живут в этом состоянии. 4 года люди ждут арестов. 4 года людей арестовывают. 4 года люди пропадают. И ничего с этим, ничего не меняется.